Народные дороги и тропы, город некрополь, построенный костяк, где срок многим скостят, бабан строгий босяк, я все тут просек. Знаю город наизусть, как телефон в бары, я ты лучше несусь, а в особо темные дворы, допустим, на центральном рынке будовая точка. Там парень расскажет точно, почем телки или природы дары. Но с лишними вопросами отправишься кормить рыб. Бог знает эти прихваты, мусора, видеокамеры. Вчера уебали пятерых, и Калик все спишет. Видишь ли, этот город ночью не спит. Помнишь 90-е? Паленая водка, сетинский спирт. Вот как тут начинали дела мутить. Шли фуры, потом хмуры в лепу. В итоге Будуа остался один. И не сказать, что был бандит. Просто положили всех подельников, а те, кто это место занят, хотели, совершили ошибку, и голову закопали отдельное тело. Сейчас времена другие, все правят серые, спокойнее стало. В городе вновь деньки осенние, нет земельный. Иду пешком на северный вокзал. Сажусь в элечку, но отъезжаю к праотцам. А за городом смотрящий Светлогорский был закопан, порубленный на куски в мешке. Тут драпа столько, будто это Алмата или Ташкент. Здесь бедовая наш кент, вырубаем плюшки, сушим стволы суши. Я был еще малым, когда втянулся во всю эту хуйню. Теперь же у меня нюх напаливый в подвале, привязанный к стуку мусор. Питаем лампы накаливания, играет музыка, чтобы заглушить крики. Пусть я антисемит, но сейчас махиваю на беню крики. И от Калика до Риги, акабы меня благодарили за то, что не всех как бы еще порешил. Но сейчас давай, мусорок, дыши, не кончайся так быстро. Расскажи, что за мутки там убийцы, что за братка ведет дело по убийству. Или лампу в жопу тебе будешь чикса. Будуа спокойно смотрит на это, пьет пивко, закусывает чипсами. Для него пытки мусора, это как для вас кино посмотреть с Беном Африка. Ведь вот он, сука, крестный отец Калика.